Всем привет! Меня зовут Софья. Для праздничного настроения рекомендую сделать новогодние предсказания. Для этого нужно взять корзину с конфетами и внутрь каждой вкусняшки положить записку с предсказанием на Новый год. Счастливым и добрым, разумеется. Например, в новом году у вас появится котенок. Читайте предсказания, разворачивайте фантики и будьте счастливы! Всем привет! Меня зовут Настя. Я, кажется, придумала, как сделать новогоднее настроение. Для этого нужно купить конфеты, выйти на улицу и раздавать всем подряд. Да-да, даже незнакомым людям, которые идут к тебе навстречу. Практика показывает, радуешь других, радуйся сам. С Новым годом! Всем привет! Меня зовут Настя, и я вам расскажу, как можно понять новогоднее настроение. Для этого вам всего лишь понадобится бумага, скотч, ножницы и трафарет бычка, символ Нового года. Как можно больше, надо вырезать бычков из бумаги и приклеить их скотчем на окно. Это украшение порадует не только вас, но и всех остальных. С наступающим Новым годом!